И не случайно потянулись люди, все стали заниматься землей. В этом году я могу с уверенностью, думаю, и будет так, и с уверенностью можно сказать, что земли пустовать не будут, потому что заниматься можно сельским хозяйством. Иностранцы нам помогают, и сами будем туда деньги давать. Персонально для крестьянских и фермерских хозяйств. И не только. Те, кто начал вести частное дело. Геннадий, я не знаю, у тебя частное это называется или как? Честно. Опять колхоз. Частное, не колхоз. Просто живой вот этот Новоникольский остался. Почему? Потому что мы другого ничего не знаем. Мы знаем одно, что продолжить надо то, что отец завещал мне. Чем отец занимался, я занимаюсь. Сын сзади идет, сейчас внук. Мы уже внука тоже ориентируем на то, чтобы остаться в сельском хозяйстве. Поэтому именно вот это мы и сохранили. Ради чего? Ради себя, ради того, чтобы вот это рост, чтобы сельхозники мы, Зенченко, дальше существовали. И дальше продолжали это делать. И мы это делаем не просто так, для того, чтобы деньги сделать, а именно для того, чтобы вот именно любовь к этому селу, к этому сельскому хозяйству, любовь. И мы именно делаем все, чтобы село не скуднело, извлекая оттуда деньги, а хорошело, вкладывая деньги в это село.